С вами Владимир, и в этом видео я покажу, как шаг за шагом я делал эти лавочки и пуфики из газобетона. Так что устраивайтесь поудобнее и смотрите. Поехали! Так, вот здесь лавочки будут, одна там, другая там, и третья будет вон там. Будут еще 9 кубиков. Сегодня начало строительных работ. Вот подготовили основание для заливки, пленка, чтобы молоко не вытекло, бетон был крепкий, установили, чтобы сетка не опускалась, плитки, и так будем везде делать. Это будет основа для... Дождик сейчас будет. Бачим. Все, чуток осталось. Завтра продолжим. Так, это вот вторая дорожка под лавочку. Фундамент под лавочку даже. И третий. Правда, размывшая водой немного. Дождь был сильный. Ну ничего. Вот заложил угловые блоки, выставил на готове уже газоблок, выставил газоблок, подготовил для кладки. Здесь тоже уже прочертил радиус, подготовил блок для кладки, выставил угловые, в общем, все как надо. Можно сказать, первый ряд ложим всегда на цементно-песчаный раствор. Углы подрезаем с помощью дисковой пилы или как вам удобно. Ну и конечно же после этого обязательно делаем армировку. Кто-то может сейчас там плюется в экран, говорит, зачем это делать. Но я обязательно это делаю по той простой причине, что газобетон, он не любит изгибающие нагрузки. Хотите сделать такие лавочки на год, пожалуйста, делайте без этого. Но за такую работу можно дать гарантию. Ну а уже второй ряд и дальше, как уже может кто-то знает,
из предыдущих видео моих, кто смотрит. Ложим мы, конечно, на обычный клей для газобетона. Наверное, сейчас вы задаетесь вопросом, почему третий ряд идет из газоблока перестеночного, из десятки. Ответ простой. Лавочка по плану должна быть не выше 50 сантиметров. Если ложить еще один ряд блоков, то она уже будет 60. Поэтому решили ложить десятку. Санек, ты супер. Да, подровняется и будет четко. Вот такой спил получился. Его подштукатурим, подрежем и будет четенько. И пуфики делаются по такой же технологии, начиная с фундамента и дальше.